Чего только не приходилось делать нашим активным зрителям ради победы в конкурсах от Samsung. Сочинять стихи, мастерить макеты. А по условиям одного из последних заданий и вовсе нужно было проявить крупномасштабный креатив. Всем желающим получить Galaxy Note 3 надлежало собственноручно снять рекламу этого смартфона. Самым оригинальным нашим зрителем оказался парень из Павлодара Азамат. Кстати, молодой человек увлекается фото и видеосъемкой, но даже при его опыте победа далась молодому человеку нелегко. Снимал 3-4 ролика, потом всех их удалил, потому что мне не понравились. И в конце концов я просто, наверное, за 6 часов до окончания конкурса, имею в виду, было на часах где-то часов 6 вечера, я закинул все свои вещи на пол, раскинул их и начал что-то снимать в ускоренном времени. И в конце концов так и выложил. Samsung Galaxy Note 3. Это мой выбор. Вот так новенький гаджет нашел своего счастливого обладателя. Ну а тем, кто не одержал победу, не стоит отчаиваться. Samsung готовит еще парочку розыгрышей. Так что все в твоих руках. Главное, не забывай следить за эфиром Hit TV.